Совсем скоро в Одинцовском округе откроется парк имени Казимира Малевича. Для завершения проекта остались последние штрихи. Общая площадь составляет 370 гектаров. Работы по благоустройству начались здесь в июле 2019 года. В настоящее время они перешли в завершающую стадию. Благоустройство уникальной территории идет с сохранением зеленых насаждений и бережным отношением к природе.